Можете договориться с ним? Ну, в этом и смысле. Вот насчет этого. Московских не так много. Это, так сказать, большой шанс посмотреть людей, которых не часто встретишь в выставочных залах Москвы. И это новая кровь, в том числе вот в выставочном зале «Арт-коробка». Организаторы выставки этого года – это галерея Багратуни, Анна Багратуни, и отбор художников, и отбор работ, в основном это работа галереи. И вторая организация – это Центр культурных инициатив «Искусство сейчас», руководитель Максим Журавлев. По поводу «Искусства сейчас» я хотел бы сказать отдельно два слова. Это не многим известная ArtNow.ru онлайн-галерея, это абсолютно новая организация, общественная организация, которая занимается серьезными вопросами, продвижением художников и популяризацией громких имен, скажем так. Кроме того, большой вклад сделан был тем, что эта организация разработала, по сути дела, профессиональную, абсолютно профессиональную информационную платформу, которая позволяет организаторам выставок собрать, скажем, художников и сделать полностью всю работу, начиная от заявок и заканчивая продажами. Вот за это им большое спасибо. И спасибо. Немножко сыра еще, но все будет нормально. Да. Я скажу буквально два слова еще по поводу пространства «Арт-коробка». Почему? Потому что многие приезжие не все знают, скажем так. Это пространство существует с 16 года, и организатор всех выставок, по сути дела, в режиме 7 лет в режиме нон-стоп с небольшими перерывами. Это галерея Багратуни и творческое объединение Арт-Бульвар. Да, мы вместе. Да. Это большая работа. Приходите к нам. Приходите к нам. Любую выставку принять абсолютно не стыдно. И выставки здесь проходят самого-самого высокого уровня. Пронина нет? Нет. Да. Выставки проходят самого высокого уровня. Выставка, например, та, которая идет в Академию Церетели, после этого приходит сюда, и здесь куча людей, и все говорят, как классно, лучше даже, чем там. Это, да, да. Например, 2 года назад на Новый год открывалась выставка Чеснокова-Ладыженского, открывала Третьяковская галерея выставку. Руководитель отдела современной живописи Ирина Пронина. Да. Она сегодня может быть у нас, если у нас, мы ее приглашали. Я представлю сейчас слово Максиму Журавлеву,
как одному из организаторов выставки. Добрый вечер. Ну, многие знают про artnow.ru. Дальше у нас пошли другие проекты, и появился artnow Club. И в дальнейшем он сейчас перерастает в организацию, которая будет заниматься разными большими проектами в области искусства. Но больше всего нам понравилось, и здесь мы уже не даже второй раз, а четвертый, наверное, раз объединяем усилия с галереей Анны Браторини. И все лучше и лучше у нас вместе получается. Иван уже много что рассказал про нас. И выставку вы уже успели, наверное, мельком посмотреть. Поэтому сейчас я передам слово искусствоведу. Он немножко расскажет свои впечатления. Вот. И дальше будет совершенно. Алексей Вахманов, искусствовед. Действительно, образовалась такая замечательная традиция, что здесь уже не первый раз открывается выставка с таким громким названием «Современный русский импрессионизм». Мне просто тема импрессионизма очень близка, потому что в свое время я поездил по мастерским еще советских художников в 90-е годы, от Минска до Новосибирска, собирая большую коллекцию того, что называется рабочий материал художника. Этюды, эскизы, наброски. И действительно можно заявить, что в России эта традиция, она законно, непрерывно, легитимно существует. Это, ее можно действительно реально провести от того французского исторического импрессионизма, который на русскую почву принесли и Константин Коровин, и Сергей Герасимов, которые преподавали, которые учили, обучили массу замечательных художников в Советском Союзе. Не случайно в 90-е годы вот даже возник вот этот термин «советский импрессионизм». И сейчас мы его оперируем термином «современный русский импрессионизм». Хотя вот, я думаю, что не стоит зацикливаться, наверное, на такой историчности этого названия, потому что вот в данной даже экспозиции есть художники, которые работают, ну, немножечко в другой традиции, может быть. И импрессионизм, он сейчас означает гораздо больше, и это гораздо более широкий термин, чем мы привыкли думать. Здесь есть и авторы, которые, ну, наследники, например, советского сурового стиля. Здесь есть авторы, наследники владимирской декоративистской, такой очень яркой школы живописи. Здесь есть петербуржцы с очень тонким пониманием стиля, наследники Добужинского, Бенуа, которые, кстати, те мэтры были весьма негативно настроены в свое время к импрессионистам. Наверное, такой вот термин импрессионизм в наше время, он, наверное, имеет такое обобщающее, иногда даже не сказать. Но вот интересно остановиться на... В прошлый раз я, кстати, зацепился немножечко на этом термине импрессионизм, вот историческое его развитие, откуда все пошло, пришло прямо из города Парижа, что называется, да, непосредственно. Но меня сейчас интересует другой термин из названия нашей выставки – современный. Насколько это искусство современно? Однажды, работая в такой галерее современного искусства «Марс», у меня была беседа с куратором норвежским каким-то, который, ну, подошел и, ну, обозрев пространство, цветоувешанное живописными полотнами, он сказал: «А вообще в курсе, что живопись-то умерла?» И он имел в виду, что, наверное, станковая живопись
холст с маслом, как бы, но вот она никак уже не вписывается в современный формат, да? И с тех пор начались размышления вообще. А оказалось, что этот тезис, он далеко не нов. То есть живопись хранили давно. И, кстати говоря, еще во времена тех самых исконных французских импрессионистов. Потому что тогда очень ярко и быстро и бурно развивалась фотография. И вот в те времена казалось, что да, вот фотография, она заменит живопись, и живопись, в принципе, опять вот она умерла, да. Тем не менее, этого не случилось, этого не произошло, и в конце 20 века произошло нечто подобное. Вдруг оказалось, что опять живопись пытается умереть. А почему? Потому что вдруг многие теоретики искусства вообразили, что живопись, вернее, искусство должно переместиться, ну, к примеру, на компьютерный экран. На компьютерный дисплей. Но вот тут возникает с самого их возникновения основным требованием к потребителю, так скажем, визуального контента, современным языком выражаясь, получалось ярче, четче, контрастнее. Ярче, четче, контрастнее, жестче. И получается, что потребитель так называемого визуального контента, он немножечко потерял чутье, потерял чувство полутонов, полутона, потерял чувство оттенков. И оказалось, что живопись может то, чего не может фотообъектив, чего не может компьютерный дисплей. Оказалось, что живопись рукотворная и скульптура, кстати, рукотворная скульптура, которая здесь прекрасно представлена, она может то, чего не может, не могут мультимедийные вот эти все наши техники. Поэтому, ну, как говорится, наслаждайтесь. Спасибо вам большое. Мы понимаем, что на самом деле вам вот, по сути дела, Алексей рассказал то, с чего я хотел начать. Объяснить название «Современный русский импрессионизм». Что мы имеем в виду? Почему русский или не русский? Кто нам такие? А почему не российский? Значит, современный – это наши современники. Это не только те художники, которые… Что мы имели в виду, рассказывая? Современные – это не только те художники, которые живут сейчас. Это и те, которые ушли, но они, тем не менее, являются нашими современниками. К сожалению, нам в этом году не получилось пригласить тех ребят, которые в прошлом году ушли после ковида. Там Туман Жумабаев и так далее. Вот это вот плеяда. Все знаете вы их, но мы надеемся, что мы увидим их работы в следующем году. Теперь далее. Русский. Есть сейчас такое расхожее мнение «русский мир». Скорее это на настоящий момент российский, и плюс к этому те люди, которые объединяла бывшая и великая наша СССР, скажем так. Вот. Ну и о импрессионизме все вы услышали. Это абсолютно правильно. То есть это в нашем понимании это прежде всего мироощущение. И лишь после, и к этому мироощущению уже идет дальше техника. И может быть абсолютно широкий спектр исполнения. Вот это ремарка к этому длинному выступлению, и, к сожалению, я занял еще ваше время. Еще далее предоставляем слово Владислав Татаринов. Это президент Союза постколистов России. Друзья, здравствуйте. У меня одно поздравление, две благодарности, две интриги, две радости, два пожелания. Ну, поздравление
организаторам выставки, поздравления художникам, авторам, поздравления всем зрителям, которые сейчас здесь и которые еще увидят эту прекрасную выставку. Благодарность, конечно же, в первую очередь организаторам за идею и за осуществление всего этого сложнейшего труда. Спасибо огромное. Благодарность, конечно же, художникам за то, что ты попадаешь в совершенно удивительное пространство и соприкасаешься с каждой из ваших работ, таких разных. И каждая из работ, ну, над ней можно стоять, эта выставка не для одного посещения, честное слово. Потому что с каждым из авторов разные, я со живописью большинства знаком и что-то не видел в натуре. Но вот ты соприкасаешься, и у каждой работы хочется стоять, думать. С каждой работой происходит свое общение. За это огромное спасибо. Интрига у меня была, когда уже на стадии подготовки к выставке я смотрел страничку ВКонтакте, и каждый день выкладывались новые художники. У меня каждый день была интрига. А кто еще? И каждый раз у меня было такое: о, ничего себе. И он тоже, и она тоже. Вот это да. Вот. И вторая интрига была: а как все это можно было здесь? Вот этот вот просто взрыв живописи и скульптуры, взрыв графики, как можно было уместить, как будет смотреться эта экспозиция. Это просто сложнейшая задача, которая, по-моему, прекрасно осуществлена. Работам, авторам найдено место. Так что вот эта интрига, которая меня ждала, она сейчас благополучно разрешилась. Радость у меня, первая радость, конечно, ну, это радость присутствия на празднике, на котором мы сейчас с вами находимся. А вторая радость, что и наш Национальный союз пастеристов здесь представлен очень хорошо. Вот, работа выполнена сухой пастелью. Вот, и наши авторы, которых я тоже поздравляю. Вот, рад, что мы приглашены, рад, что мы здесь. Большое спасибо. И, наконец, мои пожелания. Первое пожелание организаторам, галереям, да, чтобы эта выставка пошла, и художникам, конечно, чтобы эта выставка пошла с успехом, чтобы успех был и у галереи, и у художников, и завязывались новые творческие контакты, новые коммерческие контакты, чтобы эта выставка имела отклик. Вот такое пожелание. И второе мое пожелание, чтобы в следующем году мы увидели третью выставку «Современный русский импрессионизм». Это традиция. Это стало быть традицией. Так что спасибо большое за внимание. Чурин. Еще раз всем поздравляю. Да. И остались организационные моменты. Виктория Харченко. Первый. Ну, то есть их тоже надо. В рамках выставки проходит большая программа мастер-классов. Вот там анонсы висят. Будет очень интересно. Приходите, не пожалеете. Это первое. Второе. У нас есть оператор, он, к сожалению, сейчас вот уехал. Вот, посмотрите вот туда, вот, пожалуйста. Вот Глеб. Глеб снимает интервью, поэтому все, кто хочет сказать что-то, с большим удовольствием вас снимут. То, что потом появится во всех СМИ и так далее. Третье. У нас есть к вам просьба. Просьба делиться материалами выставки вот с таким хэштегом. Импрессионизм 2023. Четвертое. Начинает работать наш фуршет. Добро пожаловать. И пятое. С нами сегодня вместе Сергей Садов. Сереж, это наш друг. Уникальный. Мало того, что он сегодня поиграет, он вам еще и расскажет по поводу импрессионизма в музыке. Потому что эта тема на самом деле в одно и то же время импрессионизм в живописи, импрессионизм в музыке как течение существовало. В свое время Садов Дебюсси защищал диплом в Гнесинке как раз на эту тему. Поэтому он большой специалист, он вам все расскажет. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. Спасибо. Так, только погромче. Мне очень нравится, вкусненькая такая.
Как-то... Все? Не, подожди, ну... Готов, да. Слушай, подожди, дай пару добрых слов. Скажи, пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, хочу всех поздравить вас с открытием выставки «Современный русский импрессионизм», в которой представлены мои работы, работы Семена Кожина. Я тут за кадром. Справа от меня мы видим картину под названием «Мороз и солнце». Хочется продолжить «День чудесный», как у Александра Сергеевича Пушкина. Как там дальше? Еще ты дремлешь, друг прелестный, да? И пальма на севере диком растет. Река. Все эти работы вы можете увидеть на выставке «Современный русский импрессионизм». Вот. Но и мои работы тоже там есть. Поехали. Ну? А, на выставке вы можете увидеть, справа от меня вы видите картину Яны Коробкиной под названием «Уранова». Уранова – это такой небольшой поселок, где жил Тютчев, все знают, да, про это дело. Тютчев, Федор, Федор Иванович Тютчев ни разу не был в этой усадьбе, ни разу не был, потому что он всю жизнь прожил практически в Германии, в районе… Только сюда смотри. Вот, и был знаком с немецким поэтом Гейне, с кем дружил, собственно говоря. Мы писали этот этюд зимой при минус 25 градусах. Диана была в таком большом тулупе, в сапогах Коламбия, в шапке с такими рукавицами большими. Вот. А я просто ходил рядом с ней, как бы, и пил чай. Термоса. Я ничего не писал. Понятно. Ага. Да, на выставке мы можем видеть мою картину под названием «Заветы Ильича». Многие спрашивают у меня, что это такое «Заветы Ильича» вообще. Когда меня спрашивают об этом дети, я им, честно говорю, это поселок, названный в честь Исаака Ильича Левитана. То есть это имеется в виду великий русский пейзажист Левитан. Именно благодаря его заветам существует этот поселок, который представляет очень много мотивов для моих работ.